Привет, дорогие мои друзья! Добро пожаловать на Like Game. Добро пожаловать на прохождение Наркос! Усаживайтесь по удобу, всем приятного просмотра, мы продолжаем! Так, тактического стола мы передвинули. Слушайте, а что будет, если у нас перебьют всех наших ребятишек? Так, 5000, не, мы не будем 5000 зарабатывать. Давайте лучше мы... А, подожди, цена 8000, ага, и мы плюс еще награду 18000. Ну, десятку в плюсе, да, мы будем? Прости, безопасное место. Нужно вывести важного человека из зоны активного боя в безопасное место. Ну. Так, а сколько у нас? Удалить. А кого нет? Нас вроде пятеро назначить. Вот ряд. Ага. Он как раз раненый был, да? 8800. Но погнали, что ж поделать. Жизнь такая, не мы такие. Нарко окружил вас и вот-вот убьют нашего информатора. Приведите так и его в основную команду из зоны. Уф. Что-то много тут народу. Смотрите-ка. Ну как много, я одного только увидел много. Ну, в основном, типа, большая территория, поэтому говорю много, наверное, да? Смотрите, два, три. Йоу, мать моя женщина. Вообще бедолаги. Ты вообще на открытом местности стоишь, чувак. Ну ты что за кадр? Ты хрен спрячься, блин, половинки, да? Какой не ты, я не тебя хотел. Какой си? Я тебе дам камину. Чувак, вообще на открытой местности стоит. Так, ты в защите, да, у нас стоишь? Ты в защите. Раз, одного точно здесь вижу. Нам, походу, сюда куда-то, да, нужно? Будет. Двоих здесь вижу, но их больше двоих. Их где-то на карте по 5 человек противников. Так, а у нас вплотную никто не сидит с нами? Так, а подожди, еще тут противники. Они мне что, напихать тогда смогут? По лестнице надо подняться. Или эти наши? Тут один ход только, блин. Реально один ход. Ну, с окошка может пострелять. Ладно, давайте попробуем. Фух, дай бог. Так, дайте теперь посмотреть. Раз, два, три, четыре, пять. 6. Так, ну трое точно тут. Трое тут. Четверо, пятеро. Шестеро, да? 6 противников, по идее. Угу. Я прям как точно очкую. Так, а где у нас гранатометчик? Аффирмативу. Не достаешь. Вот этого, по идее, можешь. И вот этого. Так, это кто у нас? Это у нас. Это, походу, кто из них самый опасный, в принципе? Тут кулак вообще не нарисован, надо разобраться еще. Так, я на них щелкнуть не могу никак. Видите, тут сразу 4 мы его выносим. Опа, и вот этому 4. Просто вот этот, мне кажется, опасный. Ой, да, он прям... очень опасный. Так, что, мать, подожди. Так. Я не понимаю, он не достает? Не достает, красным же горит. Этого 2. Блин, это тоже не достает, да? Слушай, а если мне перебежать куда-нибудь?
Допустим, блин, тут мест нету. Куда перебежать? Entirao. Замечательно, так. Собака такой. Так, чувак, теперь давай назад отбеги. Перезарядись. Да отвали ты от Мёрфи, вот, чувак, ну ты ещё как кадр, ну что ты пристал к Мёрфи? Это же Эдди Мёрфи, вот чувак стоит бронированный. Сколько ты сможешь с него? Почему ты промахнулся? Блять, отстаньте от Мёрфи! Мёрфи, чувак! Чувак, это рэпчик, ну тебя сейчас завалит! Они, кстати, долбят и долбят, прикиньте, вот, вот реально. Типа, да, копались до Мёрфи и всё. Фу, слава богу, хотя бы кого-то завалил. Так, чувак, подожди. Как куда тебе спрятать? Давай сюда, наверное, поближе. По всей команде вы держались вместе. Давай первым помощь оказывай себе. Выгоните, я просто в шоке. Как такое возможно, лидер погиб? Там же был нарисован полный щит. Это значит этот. Это значит полная защита у него должен быть. Охереть, прикиньте, я сейчас как... Я слил 8000, да, получается? Не, вроде или слил. Да, слил, у нас же 22 было тысяч. Ай, я не могу. Давайте бесплатные тогда начнем. Тяж меня вот иногда передергивает вот от таких моментов. Они знают кого. Так, партизаны больше не создадут проблем. Они знают, в кого да стрелять нужно. Так, тут всех перевалить, я так понял, нужно мне будет. Раз. Два. Ну, да, где-то 6 человек, блин. Всегда стандартно, да, у них, походу. Так, это кто у нас? Вот сюда бы мне гранатометчика, кстати. А, так, давай гранатометчик, наверное, вот сюда тебе сделаем. Переместим. Вот это, слушай, а там пистолетчик, да, давай, наверное, автоматчик тогда сюда. Так, тебе тоже пистолетчик сюда давай. Get into position. Так, ну и тебя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блин, 8 человек аж. Bien. Так, у вас есть какая-нибудь защита как-нибудь? Сюда, что ли, давай, перебеги. Перезарядись.
Так, кого еще? Ой, один всего лишь. Или добивать тебя уже, что ли, да? Угу. Такая возможность. Ну вот она и бесплатная, кстати. Вот она вам и бесплатная. Что, видите, какой эффект. Так, давай тебя, наверное, сюда. Легкая, я имею в виду, видите. Так. Кстати, блин, вот этот чувак может меня сейчас пострелить. А ты его. Куда? В кого ты будешь стрелять? Мёрфи, вот этот они же знают, черти, в кого стреляют, вот реально. Мёрфи, это же самый главный у меня чувак. Слушай, а ты так можешь даже? Типа... Эмпозицион. 67%, да, что-то у нее троечку снимешь. 67% было, чувак, ты в него ни разу не попал. У меня просто... Ты... Пожалуйста, не убивай, не убивай! Дэдди хэнд. Буя! Will you shut up now? Так, отдыхай. Чуть-чуть вот. Так эпично, конечно. More ammo. Так. Okay. Не скажи, что... О, у тебя тоже есть восстановление. Фух, это хорошо. Эти пофигу, пускай там ходит пока. Слушай, а чё колесико? А, колесико приближения, да? Так, давай восстанавливайся. Ой, кечимба. Пофигу, пофигу. Шестьдесят семь процентов было, что я в него попаду, и я ни разу не попал. Ну, конечно, статистика радует. Блин, Мерфи, наверное, самый это у нас опасный чел. I love that. Ну что он, блин. Так, сколько у тебя еще? Еще три хода, да, тебе? Надо восстанавливать. Аффирмативу. Так, тут сколько? Тут два хода, да? Ну, большой печкой, наверное, нет смысла. Ой, три хода. Тогда был, да, смысл. Большую аптечку сейчас заю. Я думал, там, кстати, два у него все лишь. Клеточки. Ну, давай, знаешь, вот так, наверное. Угу.
И давай тогда мы перечпокаем его. Ведь по два выстрела, но так безопасней. Будем пользоваться фишкой игры, да? Это не баг, а фича, ребят. Будем вот фичей пользоваться. Замечательно. Так, давай передергивай. Так, и дай посмотрю, тут еще... О, кстати, до сюда можно докидывать. Ага, тут. Так, иди, раз, два, три, четыре. А, ну все, четыре осталось. Только мне понять нужно, я до сюда докидываю? Ой, хорошо как. Блин, он самый полезный, вот этот гранатометчик. Вот реально. Он как снайпер. У меня. Действует на дальних дистанциях. Так, куда мы тебя перебросить бы? Подняться не можешь, да, никак? Ага. Завершить. Так, а вы здесь подняться... А здесь подняться, кстати, можете вы. Так, давай тогда тебе сюда. Так, нет, спецназ, пока держись. Давай тебя, наверное, сюда подвинем, чтобы ты смог. Нет, не докуда не достаешь, да? Чтобы ты смог здесь забраться, наверное, да, я так думаю. Ага, пик ты забери, блин. Фиг ты заберешься здесь. Ну что это за кадр? Что это за... Афирматио. О, хотя бы сюда могу покидать, смотри. Тоже хотя бы плюс-минус что-то есть. Рекаргандо. Так, где он тут? Уж а тут нет? Нет, кого нет? Замечательно. Рекаргандо. Ну это очень хорошо. Рекаргандо. И заряжаемся. Так, слушай, а я здесь не смогу спрыгнуть, интересно. Энтерал. А, блин, он, видите, тяжелый. Есть у него все-таки свои ограничения, да? Я что ж только что был, что это? Нет, мне показалось. Кстати, я до отсюда, смотри, мог бы докидывать. Видите? Нифига себе. Так, их, получается, двое осталось. Трое даже, да? Вот. Угу. Ну тут, походу, тогда нам этот спецназом надо действовать.
Enterado, lanza. Enterado, lanza. Listo y atento. О, я что, еще могу еще раз стрельнуть? Стой престо. Странно, почему-то он меня сейчас в ответку не атаковал. Enterado, lanza. Давай передернем. Дружно. Убить лидера партизан. Enterado, lanza. О, у него калаш. Listo y atento. 42%, что я попаду, да, в него? Знаете, еще, вот еще я хочу пожаловаться. 67%, что я снесу ему дамаг был, да, был в тот раз. Сейчас 47, 42%, еще меньше. И я в него сношу, представляете? Так, поезжай, я в него что, не попадаю? Enterado, lanza. Estoy presto. Замечательно. Мне, кстати, самому надо передернуть. Enterado, lanza. Recargando proveedor. Enterado, lanza. Не, ну я за этим, ты меня не смог. Кьерда. Ну, кстати, ответный. Закончились, или это одно еще есть, да, есть? Enterado, lanza. Во-во-во. Это хорошо, кстати, что ты сюда идешь. Estoy presto. Afirmativo. Блин, чувак, ты, конечно, близко стоишь, хорошо, но я через палатку не смогу, да? Угу. Ну что, давай тогда сделаем так. Как же, нет? Не-не-не. Я хочу вот этого, наверное, подвинуть сюда. Завершить ход. Он сам, кстати, смотри, еще ближе подошел. Дети, ты че? Блин, не-не, это он у меня же так будет чпокать. Давайте. Ух ты, нифига себе, как он мне много. Помощь, завершить. И ты стреляешь, да, еще раз? Афирмативо. Так. А, ну вот сюда только я. А, ну все, и вот ты и попал у нас в мертвую зону. Вот ты и попал как раз. Угу. Так, дайте тогда отряд посмотреть. Слушай, это что у нас? Это у нас что? ППшка полная, полная, полная. А, у всех полная, в принципе. Так.
Ну, сейчас не спеша мы, ребят. В принципе. И... передернем, короче, на него. Не в то русло ты зашел, чувачок. Так, четверка, да? Два раза нажимаю, но он перезаряжает. И даже мышкой не обязательно тянуться. Но я на это действие, правда, три хода стреляю. А, это раз. Пропускаю. А, нет, два хода. Перезаряжаю. Угу. Не, ну, конечно, спецназу, когда убили, я тебе не прощу никак. Это очень жалко, конечно, когда спецназовца я потерял. Так, и что дальше? Цель убита. Мы 8 штук потеряли, получается, да? 5 штук заработали всего лишь. Эх. Угу. Так, слушайте, ну и смотрите, у нас получается следующая цель тоже бесплатная. Seems it's not true what they say about roaches being great survivors. Chemist named Cockroach has just shown. Corrupt perros, more like silly. One of your officers got away and called in backup. What the? This location is way out in the jungle. They must have a hidden lab out there. Платно. Нарко хотят отомстить нашему агенту, который участвовал в заряжении Синска. Нужно защитить его. Ну это опасно, кстати. Я что-то боюсь. Эра стоит бесплатной все-таки пока. Так, я могу кого-нибудь прокачать, что-нибудь? Вот это опыт, я так понимаю, да, ихний? Где тут написано достижение? Ну, я так понимаю, да, это вот... Что там найм? Может еще одну подрывника взять? Что сказать? Ну, один подрывник точно это полезно, но вот второго я не знаю. Урон, урон. Тут, кстати, спецназы, блин, не отличаются друг от друга. Ну что это? Почему? А, хотя смотрите, у этого какого-то больше на один действие. Повышается вероятность попасть из винтовки. Все-таки есть. Да, но у нас сейчас 13 тысяч тратим. Мне кажется, глупость. Блин, вот его упускать прям. Так, подожди, а эти что-нибудь тогда дополнительно имеют? Нет, это ничего, дополнительные навыки. Ладно, давайте, короче, на этом с вами и остановимся. Завтра, в принципе, продолжим. С этого же момента ритуальчик, знаете, лайк, подписка и коммент. Меня видосик не болейте, не чекайте. Всем хорошего настроения. Увидимся с вами в следующей серии на канале Like of Game. Ну и всем пока.